Привет, ребята, мы на канале Милашка. Сейчас я вам покажу, как рисовать котика. Это мой любимый портрет. Может, так рисую голову. Ариш, можно мне на эту? Только я не буду показывать, как именно я рисую, но я вам покажу в следующем видео. Но я сейчас покажу, как именно. Рисую. Сейчас я начну. Ля-ля-ля. Прошло 2 часа. Она до сих пор рисует. Сань, дашь мне поверить? Нет, я сейчас... Сань, ну дай мне на минутку, не видео, я просто котика быстро нарисовать. На, 3 секунды даю и все. А что ты мне дал? 2-3 секунды, быстрее! Так, я рисую и вам показываю. Ну, короче, мне где-то тут с вами снимать. Не знаю, что на него нашло. Ну так. Что? Сейчас. Я растушев. Иду. Я вас, конечно, ребят, подождите, сейчас я молочу. Там сестру заберу, хорошо? Я, конечно, не могу научить вас делать растушев. Иду, иду уже. Сейчас. Да я иду. Сейчас, минутку. Я иду уже. Она просто не хочет. Ира, ты сделал уже? А? А что? А? Я котика дарю. А что ты не достаешь? Я же Саша сказала. Я просто котика дарю. Ты мне эту лампочку еще буду держала. Ты сказала, ты заженишься. Мы с ней прикольно. Ладно, так я вернулась. И я знаю, у меня котик не очень нет. Получился просто одна щека очень плохо. Теперь щечка выросла. Ну да, щечка выросла. Но сейчас другого быстро нарисую. Дашь? Нет. Быстро. Нет. Я очень быстро. Я очень-очень-очень. Если, не дай бог, ты нарисуешь не быстро. Ребята, я это быстро нарисую. Вы не против? Просто хотите, чтобы это видео было подольше, я так думаю. Я тоже хочу так. Но кто-то мне вообще ничего не дает. А, ля-ля. Да ну. Я вообще не умею рисовать. Это я так. Просто. Ну, это что? Просто папа попрошу, я пойду наверх. А что с вами? Я пух. Ир, давай быстрее, наверх просто иду. Саша, давай, забирай. Хорошо, сейчас Ира мне даст. Все. Спасибо. И дай вторую половинку. Вот так. Я начала котика второго. Ну, я вам показала. Ну, в следующем видео я покажу, как рисую. Я. Вообще, я трогаю котика. Рисуем всякие украшения. Я могу показать, как моя Ариша рисует. Ну, она рисует так. Прикольно, но просто она маленькую рисует, а платье большое. Это просто платье самое пышное рисую. Ребята. Ариш, смотри, я красиво рисую. Ариш, я красиво рисую? Да. Только это мне не было сейчас. Не перехлю. Ладно, всем пока-пока, подписывайтесь на канал. А нет, который пока-пока. Что-то сильно быстро это было, да? И, смотрите, я не знаю, чем я заниматься еще буду. Ну, я сейчас все время смотрю. Получается, может, а ты идешь наверх? Ир, ты идешь наверх? Нет? Да. Спасибо. Вот это у нас. Хотя я знаю, не конечно, там не сейчас. Я с ним все время. Ну, пока-пока.